Кажется, Тенчик хочет наружу. Очень хочет. Все хотят наружу. Смотрите, у Милана магическое гнездо, оно меняет цвет. Видите, я задом летаю. Ага, круто. Так выглядит Феникс, который летит задом. Но как же выглядит Кокатрис, который задом летит? И всем привет, вы на канале Zavilan Games, я Соня. Всем привет, я папа. И сегодня мы будем показывать обновление про гнезда. Мы играем в семью птиц Feed the Family. Здесь добавили обновление. Можно делать разные типы гнезд. Вы, наверное, уже видели, но мы покажем. Что же это за яичко? Такое разноцветное. И кажется, это папа Соня Вика. Милана папа Соня Вика. Это папа. Это Вика, а это Милана. Нам надо вылупиться в инкубаторе. Пойдем. Кажется, Тенчик хочет наружу. Очень хочет. Все хотят наружу. Кто же получится? Кто же вылупится? Ой, какие красивые фениксы. Феникса, грифона, кокатрисы. И маленький грифончик. Да, которого надо взять. И который окрашивается. Он еще не родился. Да. Его как бы еще нет, но он есть, мы его видим. Он уже в пути. Да. Ну что? Надо его взять. Соня, а малыши могут делать гнезда? Нет. То есть нужно вырасти большим? Да. Хорошо. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Я научился кричать. Так, бежим. Бежим, да, ведь? На самом деле у нас маленький побег. Но это будет в другом видео. Да, смотрите все видео на канале, будет много интересного. Да. Эта штука Катрис так быстро бегает. Да. Он еще может спалить. Все. От того, от кого мы убегаем. Так, садись. Это что, наша база? Да. Как насчет сделать гнездо? Вот здесь. Соня, да, сделай гнездо здесь, на улице. Я здесь лучше сделаю. Видите, какое красивое. Так. Ну что, сделай гнездо здесь. Нет, я вот здесь внутри сделаю. А внутри не видно будет его полностью. Видно? Ну, нет. Нет, давай лучше... вот. Давай, я к тебе телепортнусь. Вот здесь. Тут хорошо его видно. Хорошо. Оно большое, видите? Так. Так. А его можно изменить? Нет. Нет? Оно очень красивое, видишь? Да, но оно не может быть другим. Вот, я только что сделала гнездо. Соня, а вот эти камни тоже появились? Да. Ого. То есть у базы гнездо, оно такое капитальное. Угу. И подпись. Уву. Давай теперь покажем, какие гнезда можно делать большими птицами. Угу. И я с Миланой один раз сделала бак. Очень хороший. Мы с Миланой делали гнезда друг на друга. Ну-ка, покажи. Милана, иди сюда. Мы делали гнезда друг на друга. Милана, делай теперь на мое гнездо. Вот. А потом я еще раз делала гнездо. Еще? Оно выше становится? Да. Потом Милана делала гнездо. Так. А потом я делала гнездо. И мы медленно поднимались. Так. А какие есть типы гнезд? Вот смотри, стик из палочек. Ну вот, это я сейчас сделаю из палочек. Теперь Милана из палочек делает. Так. И есть рок-нест. Рок из камней. Да. И есть дирт-нест. Это из грязи. Ого. Ну, оно выше, поэтому мы все время ими строили. Так можно было сразу на дереве сделать гнездо. Нет, так веселее. Мы пока тут полетаем маленечко. А, ну бывает, что мы падаем. О. Но все равно мы остаемся. А потом в конце мы вот так их разделяем. Вот так вот. Смотри, я зацепился когтем.
и держусь. Ай. Ну ладно, давай уже разделять гнезда, а потом мягенькое гнездышко сделаем больше. А мягенькое это какой тип? Это, ну, оно из веточек вот. Хорошо. Ребята, а вам какие нравятся из этих гнезд? Какое больше нравится? Напишите в комментариях. Ну, то есть в итоге можно в воздухе делать гнездо. Да, вот я на дерево залезу и буду вот так дальше делать. И вот, теперь в воздухе. Теперь я сделаю из веточек. И все, готово. Не надо! Вот я тебя поднял чуть-чуть. Я немного туда пойду. Не надо на моем гнезде делать. Не надо! Я теперь падаю. Ну вот, можешь ко мне телепортироваться. Нет. Так, удалить мое? Угу. Ну вот, это такое обновление. Это обновление, последнее обновление Физа Фэмили. А чьи ноги торчат? Мои. Как-то тебе гнездо не по размеру, по-моему. Еще как, видишь? Нормально. Видишь? А, вот так, да. Ну ладно, давай гнездами поменяемся. Соня, вот Вика пишет, что потом будет обновление фламинго. А как фламинго будет выглядеть? Наверное, очень красиво. Но мы тогда запишем новое видео. Да. Смотрите, у Милана магическое гнездо, оно меняет цвет. Вот, железное гнездо. А кокатрис не умеет летать, да? Угу. А ты можешь взять ее? Вот. Ну ладно, тебе там точно хоро... Что? Чего? Ты как так летаешь? Такое маленькое гнездышко. Вот, я задом вот так... Эх, летала. Соня, теперь Феникс, если быстро развернуться, он летит задом. Видела? Ага. Это переделали. Но он как бы разворачивается так. Медленно, да? Я пытаюсь задом летать. Видите, я задом летаю. Ага, круто. Только врезаться можно. Так, а ты где сейчас? Я что-то тебя не вижу. Нана, это Феникс, который задом летит. Мне страшно. Так выглядит Феникс, который летит задом. Но как же выглядит кокатрис, который задом летит? Он не летает. Самолетик обрушился. Я летаю. Ну да, летаю. Ну, птичка, покажи, как ты летаешь. Птичка, лети! Полетела. Красиво даже так. Видишь? Сейчас я задом полечу и кушать захочу. О, все очень удобно летит задом. Научилась? Да, видишь? Ага. Надо такое управление немножечко менять. А можно врезаться, это очень опасно. Я вас приведу в мир, там, где птички задом летают. Ой, я тоже научился. Ну, а на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Подписывайся на Дискорд, на Инстаграм, на Твиттер, на ТикТок. И пока-пока-пока. Я машу руками, крыльями. Пока! Всем пока, ребята. До встречи в новых видео. Да.